Я выбрал эту жизнь и взял на себя ответственность. Жизнь, частью которой она никогда не сможет стать. Кто я? Я Человек-паук, выполняющий свою работу. Но я и Питер Паркер, а у него тоже есть работа. Ты славный парень, только очень ненадежный. Ты уволен, уходи. Паркер, привет, ты уволен. Ты опять за месяц задолжал? Опять? Кстати, мы финансируем твоего кумира, Пит, Отто Октавиуса. Я пишу о нем курсовую. Вас познакомить? Благодаря Октавиусу Оскорб добьется таких успехов, о которых мой отец и не мечтал. Вы станете свидетелями возникновения нового источника термоядерной энергии. Мощь Солнца у меня в руках. По-моему, вы вполне здоровы. Мой диагноз – психика. Наверное, тяжело не знать, кто ты. При этом душа не на месте. Ты такая загадка. Расплавленный металл проник в позвоночный канал, что привело к слиянию позвонков в различных точках. Сумасшедший ученый превратился в какого-то монстра. Не прикидывайся моим другом. Это я виноват. Убейте Человека-паука. И я вам дам много третий. Я думаю, в каждом из нас живет герой. Он делает нас честными, придает нам сил и благородство.